Уёбка. Ну, хотя бы расскажу какую-нибудь историю. Например, вот я и мой муж как-то ездили за границу. Он у вас еще жив? Вы не понимаете. Свобода — это вот, я вылетела. Ха-ха-ха, приятного полета. Вы что, там мозики смотрите химические? Вы снизу атома. Так, другая. Полярность. То чувство, когда ты атом. Что вы должны? Сосать. Записываем. Осуществляя элементы. Осуществляя нейтронами. Ты же сказала элементы. Вот же сука. Атомов. А, хуя атомов. И что мне нужно сделать? А мне откуда знать? Я что, блядь, самый умный? Металл. А вы знаете, что такое шампунь вообще, блядь? Вы мне должны показать схему. А еще тебе что показать? Многовато хочешь. И это... Так, я слышу шум. Поздравляю, ты ёбнутый. Так, опять шум. Поправь антенну, сука. Так. Блять, вам всё-таки стоит помыть голову. Там есть шампунь, лошадиная сила. Ха! Я должна... Вы уже задолжали? Сколько? Кому? Когда? Или вы натурой расплатитесь? У нас есть столько всяких элементов. Например... Атомы, нейтроны, протоны. Гандоны. Нейтроны. Притоны? Тебе что, плохо, что ли, блядь? Вызываем скорую, ребят. Так, определите тип связи. Я вам шампунь подарю. Вы должны показать механизм образования. Я что, блядь, механик, что ли? У кого написано? Вы уже мой дневник обоссали? Так, я иду проверять. А мне похуй. Видите это? Это доска, как моя одноклассница. Шняля, тихо! А, швайна! У Вишнева 3 в четверти. Ура! Давайте поебемся. Разговоры, я подхожу. И даю пизды. И ставлю 2. Почти угадал. Пишите, почему не написано? Я написал. Извините. Ой, у меня ручка упала, можно я подниму? Посидите, посидите. Я что, зэк? Так, а сколько осталось до Нового года? Это хуя еще ждать. Так, продолжаем. Ой, блядь, были каникулы. Ого, блядь, я, оказывается, умею писать. Сегодня на уроке мы будем писать. Было бы смешно, если бы сегодня была контрольная. И будет еще контрольная. Блядь. Так, так вот. У вас с прической такое ощущение, что он пару посередине ёбнули, и у вас там ответина осталось. Знаешь, у тебя платье года, ты в ней уже вторую четверть ходишь. Ты его стирала, нет? Там из газа? Газ у тебя в жопе. Я вспоминаю историю про своего дедушку, когда рассказывает этот материал. Он как-то раз застрял в зажженном камине, там Дед Мороз. Новый год? Пойду, блядь, квартиру украшу. А, секундочку. Чё, в РМДК новая запись? Так, так, давайте, кто говорит, к доске. Соске? Соске. Соске. Наруто. Я не смотрю аниме. Так, что такое так? На голове искусственный мех или мох. Мой. Я, в общем-то, так и думал. Так, звонок.
пишем домашнее задание, делаем в тетради. Да, а я думал на лбу, блядь. А вам стоит быть повнимательнее. Вам тоже не помешает.